Людей. В жизни каждого замечательного человека бывают звездные мгновения. Такое бывает один раз, бывает два, а бывает три, два, один, пуск. Ну, ребятки, сегодня опять запускаем. Сейчас, понимаешь, космонавта очередного привезут, на кнопку нажмем и так, фух, и, как говорится, дыряем дырки в кителях. Фу ты, ну учтите, на секунду опоздаем, всем голову поснимают, всем. И мне. Всем понятно? Вызываю пуп. Вызываю пуп. Эй, алло. А, это ты? Молодец. Ты там, это, сиди, понимаешь, тихохонько. Ты... Не волнуйся, мы тебя сейчас запустим. Не надо меня никуда запускать. Так, начинаем. Я не космонавт. Отсчет. Техник я. Я тут оборудование проверяю. Фамилия у тебя какая? Терешкова я, Валя. Терешкова? Валентина? Ты это, Валь, ты это, шлем одень на всякий случай. Ну, как говорится, 5, 4, 3, 2. У вас что, крыши поехали? Что она сказала? Она сказала, поехали. Пуск! Центр управления полетами нашего городка поздравляет Валентину Владимировну Терешкову с Новым годом, просит не обижаться на шутку и желает счастья.